Есть автомобили хорошие, а есть очень хорошие. И тут выбор сложен. Тем более сейчас, когда на рынке есть буквально все. И вот сейчас во главу угла ставится вопрос цены и качества. Цена и качество корейского автопрома, а точнее безусловного лидера фирмы Сангьянг, не вызывает нареканий. Потому как это топ, то есть вершина. Это как Мерседес, а точнее это и есть Мерседес. Со своим лицом, вылепленным в Корее. Разумный, грамотный и экономичный автомобиль, сочетающий отличную отделку салона, солидный внешний вид и хорошие технические характеристики. Но что вызывает повышенный интерес у покупателей? Интересуются в первую очередь именно маркой, брендом. Так как он еще не сильно развит в нашей стране, то интерес самый первый – это бренд. Во-вторых, интерес к стране. Потому что многие пока еще путают страну. Бывает, что путают Китай и Корея. Вот. И самое уделяет внимание – это мотору. Потому что сейчас в основном пользуется спросом дизельный двигатель. Поэтому самый окончательный вопрос идет – это мотор. Поэтому мы предлагаем дизельный вариант. То есть мы можем предложить 165 лошадиных сил, объем 2,7, также 186 лошадиных сил. Сколько стоит сейчас этот автомобиль? Какие приятные особенности при покупке автомобиля марки Сангьянг Рекстон 2? Сейчас автомобиль Сангьянг Рекстон стоит 970 тысяч, но это идет первая комплектация. Мы предлагаем скидки на 100 тысяч рублей, максимальные скидки на весь модельный ряд Сангьянг Рекстон. Конечно, всех интересует, сколько же солярки есть этот автомобиль. Максимум, что он может себе позволить, это 11 литров. Что внутри у этого автомобиля? Внутри мы предлагаем климат-контроль, CD-ченджер с MP3 по форматам. Также предлагаем подогревы сидений, стеклоподъемники. И что самое немаловажно, это система активной безопасности. Как автомобиль позиционируется и кто реальный конкурент? Реальный конкурент, я думаю, что это может составить те же самые корейцы. Kia Sorento, Hyundai Santa Fe Classic, новый выпуск. А если мы берем японские автомобили? То это безусловно, Nissan X-Trail. Есть чем сравнивать, поверьте. Мы знаем, что большинство джипов потеряли свои главные достоинства, потеряли раму. Автомобили от Сангьянга, что они вам предлагают? Автомобиль Rexon Sangyong оставил в себе это преимущество – рамный внедорожник. Он является рамным и позиционирует так, как может себе позволить выбирать. В каком это смысле? То есть мы предлагаем задний мост на пружинах, либо независимую подвеску. Решать уже, конечно, безусловно, клиент, что ему важнее. Что касается внедорожных характеристик этого автомобиля, стоимости обслуживания и гарантии? Самый высокий крутящий момент достигает 402 ньютона на низких оборотах. Это его самое главное преимущество, как внедорожника. ТО недорогое, первое 3 ТО, я называю сумму 6-8 тысяч. Теперь, что касается того, кто продает и как обслуживает. Продает «Автоград», что на Маржане 9. Здесь же и обслуживаются эти авто. И маленькое резюме. Сангьянг Рекстон 2 – это ладно скроенный, крепко сбитый, полноразмерный джип, отвечающий большинству потребностей среднего джиповода, со специальной приятной ценой.